Мы опускались в самое чрево древней цитадели, и меня бил озноб. Мы были в шаге от обладания мощнейшим из оставшихся на земле оружий. Имели ли мы право воспользоваться им? Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. Давай ко мне. Где ж у него кнопка? Ага. Получилось. Слышишь? У нас получилось. Кто бы сомневался. Товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Ну что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность на четверть, а надо на полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Что за дьявольщина? Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Проклятие! Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляции. С ней мы сможем поднять стену. Ты дуй туда, я отвлеку эту тварь. Но сейчас или никогда. Советом раньше всего строили с запасом. Тут есть еще один. Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. Этот лифт вас прямо на станцию поднимет. У нас тут все под контролем, пока вроде все пашет.
Возвращайтесь в точку старта. Ульман ждет вас там с подарочком. То есть, Артем, это же наше наследие и наше будущее. Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Какую силищу. Мы сможем огнем и мечом отвоевать свое место под солнцем, снова стать повелителями земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес, а в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. «Мы отвоюем наш мир огнем и мечом», — Мельник произнес эти слова. Но я будто бы уже слышал их от Хантера. «Огнем и мечом». Но разве не так мы однажды уничтожили тот прекрасный мир? И вот огонь был в моих руках. «Товарищ полковник, а кто сильнее, вы или Супермен?» «Гори в аду со своими шуточками. Видел бы ты создание, которое живет там, внизу. Ну ладно. План действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне». «Ну, храни вас, ну, в кого вы там верите». «Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем». Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королева. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Спокойно. Вперед! Вперед!
Давай, 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 вперед! Артем, осмотри комнату, живо. Почти попал. Будешь что рассказать мужикам. Стой! Проклятие, огонь! Вперед, вперед! Теперь тихо. Тихо. Пошли. Пошли. Теперь надо найти путь наверх. Сюда. Прямо наверх. Мы теперь словно парили над этим миром. Он весь был у меня на ладони, и будто бы его судьба зависела от меня. И я сделаю все, что от меня зависит. Я установлю систему наведения. Так я думал. Но человек предполагает, а располагает кто-то другой. Держись покрепче, будет трясти. Эй, Артём, с тобой все в порядке? Фантастика! Ульман! Ульман, как слышите? Мы на базе. Цель скрыта за облаками. Мы поднимаемся, прием. Ладно, Артём. Нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Подыхай, тварь! Беги, Артём, беги! Там рядом есть лестница. Давай наверх! Как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. На связи, Мельник, Мельник. Стреляй, Артём! Артём, Мельник, огонь! Вот чёрт. Ульман, как слышите? Меня ранили. Будете на связи с Артёмом. Прием. Вас понял, полковник. Прием. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артём. Облака слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках.